рады пригласить вас в мир потрясающего футбола высшего качества. Лига чемпионов. Вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Это состав Пари Сен-Жермен. Очень вариативное тактическое построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно варьировать. Мы рады пригласить вас в мир потрясающего футбола высшего качества. Лига чемпионов. Вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Это состав Пари Сен-Жермен. Очень вариативное тактическое построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно варьировать. Мы рады пригласить вас в мир потрясающего футбола высшего качества. Лига чемпионов. Вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Это состав Пари Сен-Жермен. Очень вариативное тактическое построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно варьировать. Мы рады пригласить вас в мир потрясающего футбола высшего качества. Лига чемпионов. Вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Это состав Пари Сен-Жермен. Очень вариативное тактическое построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно варьировать. Мы рады пригласить вас в мир потрясающего футбола высшего качества. Лига чемпионов. Вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Это состав Пари Сен-Жермен. Очень вариативное тактическое построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно варьировать. Мы рады пригласить вас в мир потрясающего футбола высшего качества. Лига чемпионов. Вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Это состав Пари Сен-Жермен. Очень вариативное тактическое построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно варьировать. Ну что же, первый групповой матч начинается, а вместе с ним и новый сезон Лиги Чемпионов. Знаменательное событие для всего футбольного мира. Сильнейший клубный турнир стартует здесь и сейчас. Юлиан Дракси. Эту передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. Кевин Де Брюйн. Можно забивать, но нет, нет гола тут. И как же должно быть сейчас обидно. Отличный момент он упускает, чтобы вывести команду вперед.